Как мы ранее с вами и договаривались, Наталья Ивановна, нам надо обсудить ряд вопросов. Первый вопрос, естественно, предстоящие парламентские выборы. У вас есть целый срез тех проблем, которые надо будет проконтролировать при подготовке и проведении выборов. Завтра более конкретно мы обсудим их на встрече с представителями партий, которые числятся у нас, являются партиями, те, которые прошли регистрацию и которые намерены, я так понимаю, участвовать в парламентских выборах. Поэтому обсудим, но предварительно, какова ситуация, как на местах работают люди и губернаторы. Мы откровенно и честно сказали, что мы будем всячески участвовать в этих выборах, я имею в виду вертикаль власти. Это очень важная кампания в Беларуси. Важнее политической кампании в будущем году нет. И следом же формирование Всебелорусского народного собрания, избрание делегатов на это собрание. Как обстоят дела с вашей точки зрения? И я прошу вас и дальше не уходить от этой темы, насколько это возможно, насколько нужно будет Центральной избирательной комиссии помогать, поддерживать их вместе с администрацией президента, Нижней палатой парламента. Второй вопрос. Есть ряд проблем кадровых. Мы тоже о них говорили с вами. Я хотел бы, чтобы Совет Республики имел концентрированное мнение и хотел бы от вас услышать на данный момент, как обстоят дела. Еще один вопрос. Минск. Вы ответственны, уполномоченный президента по Минску. Как обстоят здесь дела? Меня интересуют вопросы обеспечения населения, прежде всего, всем необходимым, первой необходимости, продукты питания, одежда, обувь. Как чувствуют себя минчане в этой ситуации? Ну и вы бываете в республике, молодцы сенаторы, проводят встречи с людьми. Вы мне обещали, что концентрировать будете то, что происходит в Беларуси, и доложите при необходимости. Хотелось бы услышать вашу позицию в этом плане. Ну и ряд других вопросов, которые вы сочтете нужным обсудить. Да, спасибо, уважаемый Александр Григорьевич, за эту встречу. Прежде всего, я хотела бы отметить, что действительно сейчас идет активная подготовка к важному электоральному периоду в нашей жизни, в жизни нашей страны. Это политически важно для нас всех. И я хочу сказать, что местные органы власти, губернаторы, местная исполнительная власть, все активно включились в эту работу. Но стоит отметить, что очень активно включились в эту работу и наши общественные организации. Вы правильно отметили, политические партии. Мы видим эту активность. Люди понимают, насколько важно и насколько всегда это в жизни страны такой, ну, важный период. И, конечно, мы сейчас отслеживаем ту ситуацию, которая складывается на местах, какие есть проблемы, какие есть вопросы. Кроме того, при проведении ведь электоральной кампании наши кандидаты в депутаты всегда говорят о тех вопросах, которые они будут оказывать содействие в решении нашим людям, избирателям.